Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике не новая модель, но абсолютно актуальная даже сейчас. Это душевая система, так называемый Shower Pipe Axer Showers Front. Front – это название дизайн-студии шведского дизайн-трио трех очаровательных барышень, которые придумали этот предмет. Эта концепция родилась в рамках проекта Water Dream, который проводит компания Hansgrohe с ведущими мировыми дизайнерами. Конечно, изначально это была практически инсталляция, но потом переработалась и появился вполне себе серийный продукт, который из себя представляет образец индустриального шика, вполне актуального и сейчас. Здесь мы видим смеситель-термостат, а также два вентиля, что, в общем, довольно редко для душевых систем. Соответственно, верхний и ручной душ могут работать здесь одновременно. Ну а температуру вы настраиваете большой ручкой, которая имеет очень характерные для этого стиля насечки. Ну и, конечно, они очень удобны, потому что рука не проскальзывает, даже если она мыльная или мокрая. Ручной душ и верхний душ имеют форму воронки. Это такой элемент стимпанка. Ну а что касается функционала, то верхний душ имеет две функции. Они переключаются с помощью кнопки, расположенной по центру душевого диска. И также вы можете отрегулировать и высоту этого душа за счет телескопической трубы, что делает этот предмет тоже довольно уникальным. Помимо высоты, вы можете отрегулировать положение верхнего душа также по горизонтали. Иногда это бывает вполне себе полезно. Но уж коль скоро вы предпочли эстетику индустриального шика, то, конечно, и отделка должна быть соответствующая. В данном случае перед нами шлифованное красное золото, так напоминающее медь, которая, собственно говоря, и является отличительной особенностью того самого стимпанка. Так что будет это индустриальный шик или стимпанк, решать только вам. Вещь абсолютно универсальная, и, кстати говоря, в этой серии только души, соответственно, смесители для ванны или для умывальника могут быть из какой-то другой коллекции Hansgrohe или Axer, но, например, в той же самой отделке. Цену мы оставим именно на этот образец, именно в этом исполнении, а о других опциях вы сможете узнать у наших специалистов. Спасибо за внимание. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике не новая вещь, но абсолютно актуальная. Ну все, да, присобачил, только ванна стоит криво. Ладно, все, успокойся.